Если хотите узнать, как у меня получилась эта терраса, досмотрите ролик до конца. Начал я вот снимать черепицу. Тут, ну, один ряд сверху снял. И вот здесь я ее, эту регенрину, перепилил вот где мне надо в этом месте. Сейчас я его тут соединю, уберу. И начну собирать террасу, вот эту плату, вот эту вот, вот эту. Она пойдет вот сюда. Вот здесь она будет крепиться. Сегодня второй день. Все размерил. Получается градус, 8 градусов я сделал. Все, скат. Вот так вот зафиксировал. Тут яму вырыл уже для столба. Два столба у меня будут. Один здесь, второй там. А внутри, здесь внутри, здесь будет стальной трегер вот этот вот. Потому что только один столб на 5, два столба на 5 метров. Вот она 5 метров длиной. Два столба только будет. Вот сюда вот вставляется. Все, чтобы она не прогибалась посередине. Тяжеленный, это килограмм 80, наверное, весит. Да хрена, вчера все отрезал, она валяется. Эту вкрутил тут. И вот так вот получилось. Террасу я вот до конца дособирал. Я не снимал ничего, потому что я заказал уже готовую, все, она пришла, я просто ее собрал по инструкции, все, поэтому даже и видео не делал, так немножко для себя, для памяти. Ну, что я вот хочу делать, это вот подготовить землю для плат. Начал землю вывозить, где-то 30 сантиметров глубиной примерно мне надо вытащить, потом засыпать это все щебенью, песком и положить платы. Ну вот буду процесс снимать, показывать. И вот отсюда вот хорошо видно, как я вот эту рину отпилил и прям по черепицу засунул вот крышу террасы. Вода просто спускается. Я ее вывел вот сюда трубу, и она вот уходит сюда, и вот здесь вот сливается вот в эту вот дырку. И, соответственно, потом соединил вон там снизу. Сюда вот я землю привожу, что из-под террасы там вытаскиваю. Здесь такая вот ферма, елки разводят. Потом на Рождество продают. Ну и мусор сюда привозят. С города отовсюду такие деревья там. Всякое такое. И потом трактором они здесь перемалывают это все. И сгребают в одну кучу. Ну, я вот там спереди высыпаю. А я живу вот, ну, там красная крыша. Это моего соседа, у меня дом за ним. Ну, недалеко тут, метров 100-150. Тут труп с собаками люди гуляют. Держись. И опять всем привет, я вот тут доделываю террасу, платы уже уложил, все готово, терраса стоит, полностью готовая. Я вот щели вот здесь, вот эти вот фуги делаю, купил вот такое средство специальное для террасы.
И чтобы туда вот не росло ничего, ни, ну, ни муравьи. Там не вытаскивали эту землю, ни трава не росла. И он так высыхает, и потом становится такой, ну, как бетон, но он воду пропускает. И все, вот это затер. Я вот доделываю свою террасу. Заканчиваю с подсветкой. И решил дозаписать до конца уже этот ролик, доделать. И показать, что у меня получилось вот в самом конце, как у меня все вышло. Вот с подсветкой. Вот такие вот. Такая подсветка. LED по 3 ватта. Я вот кончики так запрессовал. И на каждую балку сделал по 4 подсветки. Ну, по 4 лампочки. Одна, вторая, третья и там четвертая. Посверлил дырки и наверное дырка и сантиметр диаметром и вставляю вот такие вот. Они на 220 вольт без всяких адаптеров или трансформаторов, просто на 220. Кабель у меня, я отсюда его вывел и вот в каждую балку я проложил, все подсоединяю. И так вот я все это дело соединяю. На такие вот вага-клеммы. И все выглядит идеально. Лампочки сами черные, корпус у них. А терраса антрацитовая, но вообще не бросается в глаза. Я думал их перекрасить, что ли. Ну, что-то теперь думаю, не буду, так оставлю и все. Ну и вот так вот выглядит подсветка. Здесь я установил датчик движения. Вышел на террасу, если уже на улице начинает темнеть, он включается. Свет сам включается. Зашел домой, через 90 секунд выключается. Кабель к этому датчику идет вот от этой розетки. Вот здесь я хотел между поставить включатель. Но, в принципе, этот датчик отлично работает. Я думаю, и так нормально. Плюс я еще могу через приложение, через телефон включить или выключить. Если будут какие-то неудобства, добавлю. Добавлю просто включатель вот сюда и все. Посмотрим, пока вроде все нормально. Так вот выглядят платы. Уже газон начинает зеленеть. В общем, я доволен. В будущем она будет застеклена. Здесь будет на шинах таких открываться, закрываться туда-сюда двери стеклянные. А эта сторона будет вот так наглухо закрыта. Ну, в общем, все готово. Кто досмотрел до этого момента, спасибо. Спасибо за просмотр. Всем пока.